Всем привет! Всем привет! Вы на канале Начучик! Сегодня мы открываем вот такую коробочку и будем делать деда Дюся. Будем делать гелевую свечку. Гелевую свечку. Ну давай скорее. Тут я клеена. Ты мне поможешь? Конечно, давай. Вот такие у нас сегодня затерянные сокровища. Затерянные сокровища. Давайте приступать. Давай. Открывай. Давай. Доставай, что там. Так, что это у нас здесь? Это у нас, наверное, гель. Да, это гель. А это украшение. Украшение? Блесточки. Блесточки. Показывай. Ух ты, какие блестки красивые. Украшения. Это что, все наши сокровища? О, вот такие вот блесточки. Серебристые и голубые. Стаканчик какой красивый для свечечки. Угу. Что, это все? Да, это все. Так. Будем выкупать. Так, читаем инструкцию. Ух ты, какая должна быть красивая у нас свечечка. Вот такая вот. Ну, давай будем открывать вот это. Ну что, приступаем. Застелить стол бумагой, чтобы не запачкать его во время работы. Положи в стаканчик цветной камушек, бусинки разного цвета и размера. Открывай свои сокровища. Не могу открыть, я не буду. Давай, солнышко, я тебе помогу. Так, открываем наши сокровища. Я буду. Вот наши сокровища. Ага, и фитилек вот такой вот нам идет. Это сюда. Свечка. Да, фитилечек. Фитилек. Так. Не. Сейчас я тебе открою. Мне. На, Китюнечка, доставай по одной бусиночке и выкладывай, как тебе будет нравиться. Можешь высыпать свои сокровища сюда, вот сюда на бумажечку. Угу. И доставай, и выкладывай так, как ты хочешь. Вот эту. Так, потом какие будут? Желтые бусинки. Давай. И синие. Классные. Можешь чуточку бусинок оставить, мы их где-то сверху украсим. Я даю вот эти. Желтые. Угу. Так. Затем возьми гель, измельчи его, как показано на рисунке. Надо его мелко измельчить. Будь осторожен при работе с ножом. Так, аккуратно засыпь порезанный гель в стаканчик до верхнего края. Вставь фитиль. Хорошо. Вставь фитиль в середину стаканчика на всю глубину, так, чтобы над поверхностью осталось 10-15 миллиметров. Угу. Ну что, будем резать гель. Где наш гель? Вот наш гель. Открываем его. Я буду резать. Да. Я буду резать. Вот тебе ложечка, его потом засыпать в стаканчик. Да, спасибо. Пожалуйста. Вот наш гель, он такой жирный. А я буду ездить. Угу. Я буду ездить. Вот так вот он идет. Наш мелко-мелко старайся порезать. Ага. Еще мелко. Нет, нет, солнышко, режь. Вверх ногами, ну так вот, так. Молодец. Ну что, Настюшка уже все порезала. Да. Так, Дотя, что дальше? Надо складывать в наш стаканчик, да? Складывать. Выбери кастрюльку с высокими стенками и по
наполни кастрюльку водой так, чтобы она не доходила до краев стаканчика. 10-15 мм. Аккуратно поставь кастрюльку на плиту и подогревай воду. Используй самую маленькую температуру нагрева. После образования прозрачной массы в стаканчике заготовь выключить плиту и оставить кастрюльку до полного охлаждения. Намажь клеем края стаканчика, ширина линии примерно 2 см. Присыпь сверху блестками, используя один или два цвета. Твоя свеча готова. Катюшка уже вставила фитилек. И заполняй все остальное гель. Сокровищами. Разложили там бусинки разные, да? Ставили фитилечек. И сейчас будем отправлять в кастрюльку с водой для нагрева. Да? Хорошо. Ну что, пойдем? Вставляй нашу свечечку аккуратненько. Аккуратно. Ставь водичку. Вот, молодец. Так, прошло у нас где-то минут 10. Наша свечечка тает. Он уже наши сокровища залились гелем горячее. Конечно, такого не повторяйте, это только могут родители. Да, только могут родители. Ну что, ждем дальше? Да. Очень красиво выглядит. Бусинки наши начинают шевелиться. Уже скоро, наверное, надо будет снимать. Ну что, наша свечечка уже растаяла, и мы ее выключаем. Мы ее остудили. У нас получилась вот такая красота. Ой, прям как смайлик, два глазика и улыбка. Очень красиво получилось. Мне и носик. И носик, да. И такие пузырьки. Правда, фитилек почему-то поднялся. Ну ничего. Очень красиво получилось. И сейчас будем, да, мы делать блесточки. Ну что, намазываем клей. Мы вот решили вот краешек наш. Так. Ой, как красиво получается. Я думаю, что Бабе поменять. Ты будешь Бабе дарить, подаришь эту свечечку, да? Ой, очень красиво получается. И это я. Давай я покажу нашим друзьям. Вот, какие у нас получаются блесточки. Мы намазали уже второй слой клея. У нас получились вот такие серебристые блесточки. Мы будем делать сейчас голубые. Давай, да, переклоняй. Ой, какие красивые блестки. Вот какая красота получается. Та-дам! Наша свечка готова. Давай покажи нашим друзьям. Мы ее украсили блесточками. Настюшка мазала. И вот такая красота получилась. Вот. Да, это такой подарочек для бабы. Настюшка, ну очень хочет зажечь нашу свечечку, и сейчас мы ее будем зажигать. Давай, зажигай. Какая красота! Сейчас разгорится наш фитилек. Ой, как красиво! Я буду делать. Как красиво у нас горит свечечка. Я буду на диване. Ура! У нас получилось. Друзья, делайте своим близким и родным вот такие вот замечательные подарочки. Я думаю, они им очень понравятся. Ставьте лайк.
Подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал. На чем я пока. Пока, друзья. Пока. Пока. Загадывай желание. Я тебе загадаю. Ты уже загадала? Боже, какая красивая. Давай. Собачки. Давай. Класс. Еще одеяние.